Так, это что за кино? Ну да, трейлер озвучивать позвали. Ты что у нас, Алексей Резванович, что ли? И про что фильм? Короче, мужик из Москвы, Алексей, кажется. Всю жизнь не знал, кто его отец. Типа все, что от отца ему осталось, это пиджак. Как тебе от твоей бывшей? Как ты думаешь, отойдет, а? Ну и вот, жена находит в пиджаке фото, а сзади адрес и подпись. Любимая Люби от Резвана. Дай угадаю, это его отец. Типа того, а у них, короче, на носу поездка в Испанию. Но Лехе, естественно, надо найти отца. Поедем-ка мы отдыхать на Кавказ. Что? И они типа соглашаются? Ну типа да. Вот, вот, вот мы приехали, а кто-то скажет опять понаехали. Потом начинается типичный роуд-муви, красоты, съемки с коптера. Короче, реклама кавказского туризма. Я же русский. Эй, ты там уснул? Ну, в общем, едут они по Кавказу, какой-то нескончаемый кипиш, борьба, горячий источник, гонки, динамика и так далее, а в конце... Давай без спойлеров, а почему понаехали? Ну, типа не с Кавказа в Москву понаехали, а наоборот, типа прикол. Так может сходить на него? Слушай, ну, вообще сходи, он как раз скоро в кинотеатре.